Всех приветствую на своем канале, с вами Аркадий, и сегодня я продолжаю играть в игру под названием Creatures of Ava, или Существа Авы. Так, нам нужно сейчас добраться до Нью-Лан-Лании. Да, Нью-Лан-Лании. И нужно нам отдать одно письмо. Сейчас, подождите. Фух, пошли. Во, блин. Так, сейчас, подождите. Блин. Так. Я не знаю, что за фигня, но болото у нас более загрязненные, чем другие места. Если мы в джунглях видели места заражения очень мало, ну, побольше, чем на лугах, то здесь на болотах заражение просто гигантское. Как вы видите. Вот какая у нас карта получается. Я не знаю, почему перемещение недоступно. Ну почему? Портал уже есть? Есть. Здесь доступно. Я могу телепортироваться хоть сюда. Вот отсюда, вот до сюда. На другой конец. Не знаю, что не так. Опа. Проходим мимо. Ой, блин. Не надо глючить. Подожди. Новое. Мы, получается, вот этот неизвестное существо. Давай. А? Угу. А. Не? Наконец-то! А что ты делаешь? А, ну хотя бы... Да, он проламывает у нас. О, это кармаш уже, если не ошибаюсь, да? Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Проламываем. Хорошо. Спасибо тебе. Не-н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 е. Давай, поднимайся. А, так, можно еще лучше, да? Здесь ничего нет. А это что у нас? Набор выносливости. Ура! Выносливость увеличена. Ого, что у нас? Тут много чего есть. Так, может что-то улучшить? Если воздух заклинает какой-то луч. Ага. Тебе можешь соединить лучом сколько угодно существ. Тебе вообще прокачает инфекцию. Быстрее прокачает инфекцию. Просто не сверхмощность, а просто вот. Изучим. Вот. Этого там просто не хватает. Мы... Подыхаем из-за того, что у нас луч долго поглощает. Ай, блин. Так, не-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 не. Блин! Пожалуйста, не надо. Не надо! Так. Не-не-не-не. Ты не сможешь. Все. Я чуть не сдох. Ё-моё. Так. Скажи сюда, походу, да? В Нью-Ланию. Нью-Ланию. Получается так.
ё-моё. Ай, не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Не сможешь. Не-не-не-не-не. Даже не пытайся. Я смогу тебя уничтожить. В прошлой части нам вообще просто не везло с этим. Мы подыхали, да подыхали, подыхали, да подыхали. Ё-моё. Нам нужно аптечки сделать. Ладно, пошлите в Нюлани уже. О, спасибо за растение. Здесь у нас ничего не ждет. О. Борка. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Борка. Без растений я никто. Извини. Я полагаю, это Нюланани. Можно войти? Пароль. Любите эту шутку, народ? Чего бы надо шутить, человек? Для чего еще нужны стражи, как не спрашивать пароль? Подумай. Так вы серьезно? Надо же, до нее дошло. Как насчет подсказки? Хватит не оценивать нас, человек. Мы серьезно относимся к безопасности. Мы знаем пароль наизусть. Мы же не Трило. Они написали пароль на задней стене нашей хижины. Мы прилежно и усердно исполняем свой долг. Тебе стоило бы поучиться у нас. Конечно, прошу свои извинения. А теперь иди отсюда. Ага. Задняя сторона хижины, значит, пароль будет написан на языке нам. Надо сделать фото. Немри сможет перевести. Пособираем пока растения. О, курение. Помедитируем. Поиграем музычку. Ре, соль, фа, до, до, фи, ля. I can feel the calm of this place. Ух ты, как красиво-то. Смотрите. Фиолетовая жижа, она очень ядовита. По прошлой части мы вот уже познали. Сдохнуть в ней просто вообще легко. Даже на такой нормальный уровне сложности. Я даже не представляю, что будет на высоком уровне сложности, если просто докоснуться до этого болота. На заднем уровне хижины. Заранее активируем. Собираем травушки. Не бесполезные, кстати. 4. Так. Через этот забор ничего не видно. Ладно, попытаемся увидеть через другую дырку. Так, ага. Сохраняем. Немри, где ты? Я должна кое-что тебе показать. Я иду за тобой. Кстати, все сказал возле этой Нюлалани. А, ну он уже знает. Не? А что это? Похоже на фонарь. Ладно. Так, всю траву мы здесь пособирали. Куда нам идти? Прямо. Тук-тук-тук. Он уже тут, рядом. Ага. Вот ты где. Я чуть не пробила, не прибила стража этого поселка. Мне нужна твоя помощь. Пойди со мной и скажи стражу этот пароль. Не-не-не-не-не-не. Покажи мне пароль, я научу тебя его произносить. Ты прямо кому-то нерв. Ладно, вот. Он оцарапан здесь. Так, давай посмотрим. Ой, жутковатый. Правда? Что там написано? Послушай и повтори. Арума Тибо, нам Тибо. Арума Тибо, нам Тибо. Как это переводится? Ты готов выслушать расширенный курс по лингвистике, чтобы разобраться? Да ну, ты преувеличиваешь. Хорошо. Существует около 50 разных значений. Первое. Знаешь, мне очень-то и хотелось. Просто повтори еще раз, как произносится эта фраза. Агума тибо, нам тибо. Ладно, мне интересно. Так что же означает агума тибо, нам тибо? Быстрое объяснение. Что-то вроде новое поветрие, новая семья. Если приложить на ваш образ мышления, то получится что-то вроде
«Молодая судьба, молодые плоды», где плоды — это все без исключения нисходящие поколения, которые унаследуют Аву. А судьба — это жуткий мор. У меня мозги дымятся. О чем ты говоришь? Неважно, просто запомнишь, как произносится фраза «хорошо». Арума тибо, нам тибо. Хорошо. Арума тибо, нам тибо. Хорошо. Так, ну давай. И снова здравствуйте. Землянка. Я знаю пароль. Арума тибо, нам тибо. Хороший акцент. Проходи, мы следим за тобой. Он не поверил, что мы все-таки смогли. Ой, блин. Ну, а их тут немало. Ваш Трейло, приветствую вас. Человек, неожиданно. Наши разговорные навыки могли немного заржаветь, но это слово «вождь». Мы не вождь, мы Трейло, просто Трейло. Извините, я в просто Лан-Лане, вождь... вождь сказали мне, что вы устроили мятеж, назвались новым вождем. Ханива Насава, насколько же глупа эта вражда. Мы с вождем Хумлос довольно долго спорили на крайне важную для нас тему о том, как лучше воспитывать будущее поколение. И теперь Марублан разобщены. Какая нелепость. Но мы не хотим вываливать наши беды на гостю. Что привело тебя на болото? Это долгая история, но сейчас я подрабатываю почтальоном. Вам письмо. Думаю, отправитель вам хорошо знаком. Но мы... Это мой друг по имени Нимри. Нимри! Я ничего не понимаю. Ну, короче, маленький человечек. Маленький нам, большой нам. Это для него очень много значит. Ава, дорогая. Наш гнездёныш снова здесь. Нимри, ваш гнездёныш? С тех пор утекло много лет. В детстве главной статью Нимри было исследование. Гнездёныш мог днями пропадать в руинах древних и собирать безделушки. Мы не видели в этом смысла. Мы боялись старых храмов. Мы постоянно распекали Нимри. Хотели, чтобы они были как все остальные нам, как мы. После очередной находки, сверкающего камня, мы вышли из себя. Возможно, они лишь хотели укрыться от нашего гнева на лугах. Но тот самый день, врата закрылись. Так вот, почему потеряли контакт с друг другом. Бедняги Нимри, столько лет в одиночестве. Совсем малыш. Нельзя так рано разлучать гнездёныша с гнездителями. Мы боялись, что годы отчуждения изменят Нимри. Повлияют на их связь с Авой. Но если ты смогла принести это письмо, значит... Вода открыта, Нимри снова на болотах. И, кстати, недалеко отсюда. Чё? Мы должны принять свой позор и признать, мы что были неправы. Мы любили Нимри, мы хотим увидеть своего гнездёныша. Пожалуйста, приведи Нимри к нам. Я попытаюсь. Ну что ж... А, он здесь уже. У ворот. Нимри, я встретил Трилу. И? Они хотят встретиться с тобой. Спасибо, сильные ноги. Ты ведь пойдешь со мной? Конечно. Ну, пошли. Тут. Встреча. Нимри. Оставлю-ка я вас наедине. Ладно. Привет, Вик. Я просто хотел узнать, как ты? Все нормально? Привет, Тап. Да, все в порядке. Спасибо. Хорошо, я просто хотела убедиться. Слушай, мне неудобно спрашивать, но доктор Кративас... Я работаю над этим, Тап. Не волнуйся. Спасибо. Конец связи. Я вообще ничего не понял, что сейчас было. Ну, в прошлой части Кративас стал... директором биоковчега, на которых мы отправляем животных. А как мы знаем, доктор Кративас, кстати, небезызвестный, как раз таки делал опыты над животными. Причем очень жестокие.
Короче, он достаточно бесчувственный человек. Всего себя отдает науке. И это как раз таки очень, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это достаточно плохо. Ага, выполнить задание по эвакуации, хорошо. Так. Всех зверницев. Пошлите, ребятки. Мне нужно отправить вас на тот свет. Ну, короче, в космос. Пошлите, ребятки. Ай, блин. Ребятки, сюда. Я вас немножко запутал. У меня, конечно, мало здоровья. Ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин. Отправляем вас. Ай, блин! Так. Не-н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 е. Не-не-не-не-не-не. Фух. Фу-фу-фу-фу-фу. Спасибо тебе, детеныш, конечно. Пойдем кое-что поделаем. А. Ничего нельзя, да? А, можно. А, нет. Нельзя. А ты что, можешь? Нет. Ничего ты не можешь. Пошлите, ребят, отправлю вас. Так, о, два из пяти выполнено, ура. Ой, блин, а чё так вертишься-то? Вроде мышка-то нечувствительная. Так, собираем травки. Так, опа. Нужно нам понимать, что мы можем сдохнуть в любой момент. Опа, опа, опа. Ребятушки. Там что-то есть, да? Так. Сколько нам нужно еще? Так, там слонята есть, это есть и... Ага. Существ нету. Существа есть, но нам они не нужны. Здесь эти нам пригодятся, нет? Получается, два слона и два этих. Если мы здесь сейчас поработаем, то мы сможем их отправить. Ага. Здесь 6 слонят. Хотя можем еще потом сюда отправиться. И нам нужен крутик. Хм. А можем, в принципе, это проигнорировать и пойти вот раз сюда и вот сюда. Здесь как раз таки все в сумме у нас уже будут. Потому что вроде как остальные у нас уже есть. И хотя можем здесь и здесь. Но здесь слишком очень обширное болото. Очень все жестоко. Фух, даже не знаю, куда нам пойти. Давайте пойдем сюда. Поисследуем местность. Поспасаем всяких, всякую живность. Я самый лучший человек на свете. Собираем травушки. Вот от этого мы сдохли, кстати. Так. Понятно, понятно, ребятушки. Так, здесь нам не пройти. Туда лучше не стоит идти. Ради этой травушки мы, кажется, и сдохли. Так. Нужно будет потом щит включить. Он на букву Е у нас сейчас. Так, я не знаю, почему заражение настолько опасно. Так. Ага. Все? Так. Угу. Сейчас я ничего не понимаю, куда нам идти. Причем очень быстро. Давайте сейчас зайдем в поселение и сделаем аптечку, а то я сейчас сдохну, реально. Без аптечки мы никто. Уже восполнилось? Так быстро? Это... Марубы. Так, на Марубы, да. То есть, жители этих болот.
Да, блин, не-не. Получается, нам еще осталось чуть-чуть. Где там костерок-то? Вот он. Ага. Не хватает места в рюкзаке? Без проблем. Включу за руин один и медленно установлю его. А куча аптечек нужен. Изготавливаем. И изготавливаем, изготавливаем. Ё-моё, так, надо что-то выбросить. Ну, в принципе, а, давайте положим костёр-то, чё. Нам жалко, что ли? Так, у нас есть лечебка. Ха. Тык-тык-тык-тык-тык. Пошлите выполнять. Так, туда мы не сможем пойти. Пойдем мы, кстати... Здесь же нельзя, да? Да, здесь нельзя пройти. Здесь у нас тупичок получается. Поэтому пойдем мы здесь. Здесь мы уже всех эвакуировали. Здесь некого вообще больше отводить. Наш биоковчег. Так. О-о-о-о-о-о. Нет, я от тебя и не откажусь. От тебя не откажусь. Здесь очень опасны вот эти вот бомбочки. И жалко, что сейчас нельзя было уничтожить. Так. Можно, конечно, наверх забраться. И телепортнуться... А нет, телепортнуться нельзя, да? Угу. Ладно, здесь у нас есть три этих существа. Мы их трогать не будем. О, кротики. Кротиков нам надо поймать. Так, сейчас щит. Блин, какой е-е-е-е-е-е. Ой, блин. Тук. Поднимаемся. Снова е. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ух ты, привет, ух ты. Луга, нас ждет новая водная. В принципе, да. Так, здесь же, да? Котики-то. А-а. Стоп, мы не туда побежали? А, стоп. Если вот так вот ходить. А, там точно, точно, точно. Там же два крота. Два брата-акробата. КТРЛ. Да. Так, стоп, стоп, стоп. Да, блин. Ай, блин. Ай, блин. Да, блин. Сюда хотели, да? Да, блин! Так, один есть! Давай, блин! У. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ну, что ж. Сделай для меня одну хорошую вещь. Да? Ты сделаешь, да? Блин, не та бутылочка. Эх, жалко. Они медленно как-то перемещаются. Так, а если... Ну, есть ускорение, но оно очень слабое.
очень. Так, получается, альт. Так, собираем. Крепкий напиток для выносливости. Эта фигня. Погладим. Кротик, кротик. Они немножко так общаются, знаете, как эти гоблины в Скайриме. Пошлите, ребятки. Давайте за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. За мной, за мной, за мной, за мной. Быстрее, 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 быстрее. Молодцы. Давай, телепортируем вас. Так, осталось нам чуть-чуть. Телепортнуть. Так. А. Быстрей, 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 быстрей. Фух. Выполните задание по эвакуации. Но нам, конечно, еще нужно с вашим баб... То есть, с шаманом пообщаться, чтобы этих... Богословили. Ну, молодцы. Молодцы. Так. Фу-фу-фу-фу-фу. Так. Конечно, мы могли телепортироваться с базы, а лев, но... Чё уж-то. Если честно... Пошлите обратно на базу. Потому что путь очень долгий. Нам будет легче добраться до этого телепорта. Быстрее, 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 быстрее. Давай, давай, давай. Раз, два, раз, два. Молодец. Ай, 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 ай. Фу. Быстрее, 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 быстрее. Мы молодцы. Мы молодцы. Так, собираем волшебные грибочки. Катерил. Вот она база. Мы уже рядом. Нельзя, да? А так, можно? Во. Ну, тут уже прямой путь. До телепортатора. Остался путь близкий. Нет, он не там. Он здесь. Вперед. Сюда. Да. Так. Хоть и болота у нас трудные. Так, получается. Давайте-ка поиграем музычку. За мной, слонера. Тук-тук-тук. Телепортируем тебя. У вас же на болоте куча, да? Да, 7 слонов. Давайте еще слоняр найдем. А, ну вообще можно всех здесь телепортировать, в принципе. Так, спасибо. Найдем вот этих вот бешеных. Они вон там у нас. Давай. Красавчик. Пошли, слонера. А то не успею тебя телепортировать. Тук-тук-тук-тук-тук. Он за нами идет? Ой, блин, застрял. Ну как так? Ребят, ребят, давай, пошли, пошли, пошли. Ладно, мы за тебя сделаем. Пошли. Давайте погладим. Летающий слоненок, летающая креветка. Что можно придумать? Тык-т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 
Ага, все нормально. Так, телепортируем, давай. Красавчики. Так, нам осталось 3 слоненка и 2. Ох, ё. Давай. Красавчик, да? Ну ты молодец. Погладим тебя. Так, он пошел, похож на типичного какого-нибудь старого динозавра. То есть, ну как имеется в виду, что как раскопали динозавра и реконструкции, вот. Типичный динозавр. Динозаврик. Так. Сейчас мы поползем. Так. И нужно нам раскрыть этот мостик. Бах. Все. Сейчас мы должны пройти. Вот сюда. Так. Давай. Ну мы вообще молодцы. Ребятки. За мной. Так, вот сейчас один слон, 3 динозавра. И у нас останется только 2 слоненка. Неподалеку еще 5 слонов есть. 5. Нам нужно только 2. Они где-то спрятаны. По всей этой локации. Ага. Вот, все. Так. Так. Давай. Все. Нормалек. Ребятки, вас всех эвакуируем. За мной. Сейчас травушку соберу. Для птички. Тук-тук. Все идут за мной? Ага. 3 слона вместе. Нормалек. Тук-тук-тук-тук-тук. Надеюсь, у нас больше никаких лугов нету. Вроде только болото, джунгли, луга. Все. Стоп, чё? Дай. Что не так-то? Где слоны? Блин. Пошлите, ребята. Чё отстали-то? Вообще не понимаю. Я думаю, сейчас все выполнил. А они, блин. О, ну ладно, 2 слона. Вик, ты справилась. Все существа из болот собраны. Угу. Хорошо, теперь куда? В поисках Трилу. А, стоп. Если в поисках Трилу, поговорите с ним, а он как раз-таки сейчас там. Сейчас мы к нему телепортимся. Да, можно здесь спасать всех существ, можно не спасать, но это просто затянется. Это будет очень долгая игра. Стоп. Вот все, давайте телепортимся, а то, блин, дерево навыков открылось. Да, принять. И сейчас вернемся к ним. С ним пошушукаемся. И спокойненько пойдем. А там у нас... Можешь спуститься, да? Опа. Ага. Юх. Я забыл про это местечко. Что мы можем так сократить. Ну хорошо, что вспомнил. Так, сейчас, ребятки. Возьму все травушки на этом свете. Ну, сейчас рядом.
и пойдем туда. К Нимри. Сейчас, подожди, Нимри, подожди. Так. Восстанавливает 160 ос. Что сделать? Две, ну, я думаю, вот это все-таки изготовим. Все. Здорово, Нимри. С возвращением, как все пошло? Не просто. И вместе с тем... Ага. Здорово. Снова поговорить со своим гнездителем после стольких лет было приятно. Думаю, мне это пойдет на пользу. Нам пойдет на пользу. Спасибо. Другу помочь не жалко. Однако есть и тревожные новости. Почему я не удивлена? Здесь на болотах у меня был друг детства по имени Юкпо. Стоило мне попасть в передрягу, как они сразу давали дёгу. Прямо как Тобита. Трилло говорят, что Юкпо в последнее время ведут себя странновато. В каком смысле? Они зачем-то отправились к руинам возле озера. И теперь сидят там в окружении токсичных вод. Уходить не желают. Постоянно что-то кричат о Махросику. Что не имеет смысла, потому что... Махросику? Мне нужны Юкпо. Серьезно? Ты можешь найти их неподалеку от озера. На северо-западе, на северо-востоке, но... Нимри, ты просто супер. Я побежала. Эй, не задерживайся там. Нас еще ждут руины. Пока-пока. Ладно. Сейчас к Юкпо мы побежим позже. В следующей части. Но на этом мы закончим. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. До скорой встречи.